ГВД представлены две машины. Это последняя машина. Давайте сравнивать. Так, вот у нас. Бали. Прикольно, такая юбка у нас спереди. Огромнейшая просто. Ну, тут без изменений. Так, ну вот, с ускорением машина. Так скажем, гоночные нитро. Да, круто, круто. Полюбил я подобные машинки. Потому что у них идеальный баланс разгона, тормозов. И на дороге стоят они отлично. Ну, по-другому их бы такие не делали. Поэтому они так все и выглядят, чтобы идеально стоять на дороге. Так, выходим с тоннеля. 200. Да, поворачиваемся. Отлично просто. Ее даже вынимать надо с поворота в другую сторону, а то она увлекается. Видите, даже не задел стеночку. Вот. Все, есть. Вышли напрямую. Поворачиваемся. Резко больно управление, непривычно. Сколько? 300. Ну, до 300 докатится, в принципе. 300, тандран, шутки. Да, 300. 305, может быть. Или 300. Ограничитель стоит здесь. Так, что у нас по тормозам? Шикарные тормоза с дрифтом. Да. Зажигалочка такая классная. Вот тут вот поворот она классная, конечно. Но это я уже переборщил там со скоростью, но очень круто. Так, всем спасибо за просмотр. С вами был Макас, всем пока.